Риск, не спящие все остальные любители громких игр. А можно мне потише? Нельзя, я понял, игра. Ладно, придется тебя уменьшать. Вручную. Здесь столько тебе хватит. Ненавижу игры, которые не просто не заботятся о своих пользователях, а даже не удосуживаются сделать сраные настройки громкости. Ну да ладно. Ocean Heart. А вернее даже Ocean's Heart. Игра от какого-то Максима Мрази. Очевидно. Ну давайте посмотрим, что ли, что это такое. Нахер вступительные заставки, правильно. Не надо объяснять сюжет, не надо объяснять управление, просто кидайте игрока в никуда. Ого. Так, окей. Взаимодействие. Очевидно, пробил. Написано твоим почерком, не забывай время от времени открывать меню и сохранять игру. Что бы это значило? Действительно, на самом деле это значит то, что разработчикам было настолько лень заниматься игрой, что они даже не сделали автосохранение. Похоже, Липа, замечательное имя у человека, читала книги, заимствованные в Карии. Она учится выращивать ячмень и хмель, вероятно. Она пытается дотянуться, но у нее не выходит. О, чего она делает? Она пыталась дотянуться до своих башмаков, но у нее не вышло. Оказывается, я могу трогать ящики, но... Чего толку-то от этого? Она их просто берет и все. Еще она может делать вот это. И все это на одной клавише. Удобно, просто невероятно. Используй пробел, чтобы взаимодействовать с миром. А нельзя было сказать мне об этом раньше? Нет? До того, как я дверь потрогал, например. Нет, она не трогала ящики, это просто такая странная анимация. Вот. А, это руки у нее такие. Ладно, не важно. Кровать можно ковать? Нельзя, да? О. Так, пытался распределить бюджет для таверны. Многие строки перечеркнуты. Невероятно. Полутать ничего не дают. Будем надеяться, что игра не слишком сюжетная. Или угадай что? Стая... Цапель? Цаплей, может. Которая постоянно мешала нам на пирсе, улетела. На утро отец. Восхитительное приветствие дочери с утра. Эй, дочь, ты проснулась, а у нас цапли улетели, прикинь. И хорошо, от них были одни неприятности. Если у тебя найдется время, сбегай и принеси бутылку вискаря из тайника в пещере. Замечательное занятие для детей, вообще просто восхитительное. Григорий уже месяц не весь, вернее, ничего не ловил. Нужно его порадовать. Вискарем? То есть у тебя работник ничего не ловил за месяц, и ты такой, чел, ну, бывает, вот тебе вискаря, бутылка, не грусти. А именно такие люди, наверное, и топятся и таверны-то. Хотя и не факт. Спасибо, рыбка. Интересно. Пещера находится в северной части острова. Запиши это в журнале заданий. Обязательно. Обязанности на этой неделе. Так, понятно. Здесь что? Какие-то имена, даты, суммы, бюджет таверны и так далее. Ты кто? Липа. Видительно. А. Младшая сестра выглядит как мать. Ну да ладно. Я же решила, что ты совсем не проснешься так долго не вставать с кровати. Бла-бла-бла. Стало правильно. Очень интересно. Можно мне это вскипануть? Мне вот правда насрать на их восхитительные, разумеется, в кавычках, диалоги. Ах, наконец-то меня выпустили на свежий воздух.
D это меню, восхитительно. Можно еще... Так, какое-то очень пустое меню. Ага. Ага, еще есть карта и... О, я настройки нашел. Я нашел настройки звуков. Хо-хо-хо-хо. Надо же. Выключить нахрен. Нечему вибрировать как бы, ну. Уровень брони 2, ну ок. Сейф. А все, да? Больше ничего нет. Ну ладно. Допустим, Белый остров, круто. А основные задания, побочные задания, найти тайник с бухлом. Ок. Пошли искать тайник с бухлом. А как драться? На что? Не сказали, можно только перекатываться, вот. Даже траву собрать. А нет, траву собрать можно, и можно ей даже кидаться. Каких-нибудь чаек. Пошли вон. Да. Здрасте. Чего это тут? Записка лежит. Дайте полапать-то. Указание, как определить мандрагору. Похоже, корень очень ценен. Мандрагоры мелкие, яркие цветы. Бла-бла-бла. Может вылезти из земли. И убить беспечного ботаника. Восхитительно. Какой-то мир Гарри Поттера, что ли? Какая-то морковь, которую, опять же, нельзя съесть. Живые цветы. И еще и респаун при перезаходе в локацию. Восхитительно. Восхитительно. А, вот это, наверное, она и есть, да? Пошла вон. Находишь корень лопуха? Охренеть. Это же корень лопуха. Невероятно. А почему инвентарь такой отвратительный? Прямо-таки кошмар. Там, по-моему, наверху написано «Жизнь», их всего три, и «Магия». О, эквипнуть мне ничего не дают, и инвентарь какой-то прям вообще капец кошмарный. Ну ладно. Пошел вон куст. Еще корень лопуха. Это все-таки был лопух. Ну, ладно, наверное. Хрень. Пошла вон. Будем, видимо, все цветы перелопачивать, пересобирать. Не дают, кстати, лопату взять, жаль. Так, наверное, даже перемещаться быстрее. Опа, бабёнка. Здрасте. Ха, Тилия, я заходил в таверну несколько часов назад, ты только проснулась. У меня для тебя кое-что есть. Меч снова у тебя. Отец вручил его тебе давным-давно, когда ты сказала, что хочешь защищать остров. Прямо-таки как он. Кнопка атаки... Вернее, кнопка атаки это С. Окей. Вчера ты забыла его у меня дома. Отец тебя будет сегодня обучать, бла-бла-бла. Нет, просто выполняй его поручение. Ладно, вернула тебе меч и так далее. Надеюсь, он тебе пригодится и... Что-то там про зелье. В нем хрен найдешь и так далее. Теперь я могу наконец-то рубить. Рубить, кромсать, уничтожать. Восхитительно. Пойду... Убить траву. Кстати, нет, я не вызывал кошку. Кстати, меч работает очень странно. Слишком тяжело. Бабы. Так, а это не двигается, кстати, да? Ну ладно, не ломается. Меч работает очень странно. Он это, ну, бьет только клетку перед собой и даже по радиусу не попадает. Зачем ему было делать вообще вот эту вот анимацию радиуса? Да. Загадка. Хотя и не факт. Слышь ты, чучело. Оно это... Не умирает оно. Ну и хрен с ним, наверное. Пойду тогда куда-нибудь дальше. Что тут написано? Тайник Мальва, в пещере сюда никому ни слова. Гамамелис? Что? Маркотан. Чего поднять? Чего там было поднять? А, это, наверное, можно было поднять горшок. Так, берешь, хоп. Хоп. Гребаные горшки. Ненависть к горшкам. Зарождение. Хотя и не факт. Ты находишь ягоду, съешь ее и получишь КПшку.
Замечательно, это хилки. Красные горшки это что-то вроде хилок. Окей. Наверное, сойдет. Так, здрасте. Это что? Не поднимается, не разбивается. Отстой, чайки пошли вон. Что здесь делают чайки в пещере? Я нашел вискарь, но, судя по всему, мосту трындец. Землетрясение, взрыв, хорошо, что он не случился, когда я заходил внутрь. Судя по звуку, камни завалили проход. Думаю, надо найти другой вход или выход, если заберусь поглубже. Плохой план. Да, я в курсе, как читать надписи, игра, ё-моё! С помощью меча взаимодействую с переключателями. А руками ты не можешь взаимодействовать с переключателем, да? Хрена мне мечом с ним взаимодействовать, это же наркомания. Пошли вон, грёбаные чайки. Что написано? Добирай предметы с помощью кнопки действий, толкая их вперед, двигаясь. Окей. Вот эти можно толкать, да? Круто. Крабики! Нажми на кнопку действия. Эта игра какая-то очень странная. Потому что, ну, не ваншотаются крабики, но станочатся, это хорошо. Так вот, игра какая-то странная. Вроде бы она следует своим привычкам и, вернее, следует своему, грубо говоря, правилу о том, что текст на табличках, ну, либо в записках. А тут ты такой, оп, заходишь, и игра тебе сходу говорит, делай вот это, не круто. Что это? С древних времен здесь стоит храм богини Океании, наверное, его построили сотни лет назад. Неплохо. Кому это волнует вообще? Не кажется ли вам, что игра слишком орёт? Самую буквально малость. Убавлю, сохранюсь, всякий пожарный. И вот. Погнали дальше. А эти ваншотаются, этим нормально. Летите сюда, скоты. А, что? Какого хрена она прыгнула в воду? Не собирался прыгать в воду. О, иди сюда, ты, говно. Ну, пока неплохо, кстати. Ой-ё. Ну, конечно, как всегда, выход преграждает огромный монстр. Ладно. Если мне нужно стать морской охотницей, значит, разберусь с этой мерзостью. Бла-бла-бла. Да ладно, какая мерзость? Это всего лишь какой-то труп, который спавнит камни. И не только камни. Почему камни падают исключительно на меня? Что за херня? Все, трупа не стало. Надо будет поесть ягодок, наверное. Что-то как-то много урона пришло. Налетело. Ладно, хотя бы паузу есть. Хам. Ага. Хам. Ну, вроде неплохо. Да. Дела, конечно, тут веселые. С некоторых объектов можно спрыгивать. Окей. Уньк. Уньк. Мне пока вообще нравится. Ну, так, относительно. Есть, конечно, над чем поработать, но в целом неплохо. Трах-бабах. Не будем трогать мечом бочки. Наверняка хорошего из этого будет мало. А как хорошо, что ты цела. Я пыталась переградить путь к Тайоне с помощью бочек. Отличный план. Рабочий? Почти на 100%. Но пираты бросали бомбы. Зачем они напали вообще? Отец решил устроить погоню. Все-таки он морской охотник. Сейчас он где-то в пирсе. Ладно. А мы как, еще квест выполняем или уже закончили его выполнять? Бочка! Не ломается бочка. Чего вы бегаете? Где тебя носило, пираты с белыми песочными часами на флаге напали на деревню и разграбили древние руины. И все подожгли. Дом Карии до сих пор полыхает. Так, иди на пирс. Говорит мне игра. Но нет, у меня настроение на пирс идти. Хватит бегать и преграждать мне дорогу. А не дают зайти, кстати. Вот стой. Да выпустите меня, ёлки-палки. Здрасте. А, вот ты где.
С тобой все в порядке, бла-бла-бла. Что случилось, все целое. У нас там были пираты, на их лаге белые песочные часы, они разграбили древесину. Что уже было. На склоне Кари собирала травы, пираты ее схватили, посадили в бочку и забрали вместе с награбленным. Думаю, они ее не только в бочку посадили. Они ее похитили, нужно позвать кого-нибудь на помощь. Помощь уже здесь, и это помощь и я. Мой долг охранять остров, а в будущем это и твой долг. Чушь собачья. А ты же не уедешь, тебе ведь нужно научить меня сражаться с монстрами и пиратами. Управлять таверной, извини, ты сама совсем справишься. Пираты отплыли совсем недавно, я догоню их за неделю или две и верну шкурку обратно. Я вернусь раньше, чем ты успеешь опомниться, а вы с Липой пока присмотрите за таверной. Это ненадолго. Прошло полгода. Да, ненадолго. Пара недель. Всего-то. Книги по составлению маршрута ориентировки. Очень весело и интересно. Спать. Подъем. Все, вставай. Я не это имел в виду. Ты, наверное, очень устала. Тебе прямо здесь, да-да-да. Очень весело. Круто. Меч все еще при мне, кстати. А куда он эквипнулся? Ну, видимо, никуда. Круто. Напоминание. Не забывай время от времени сохранять игру. Конечно, конечно. Липа пыталась распределить... Липа пыталась распределить бюджет для таверны. Она использует линейку. Записи о бюджете, бла-бла-бла. Сюжет у этой игры кошмарно, прямо хромает. Наверное, это даже заметно. То, что тебе, значит, пора, и уже пару месяцев. Так, они еще не вернулись, пришло время найти мне их самой. И это ведь не потому, что по вечерам я заставляю тебя мыть посуду. Не подоследили за таверной с тех пор, как ушел отец, всем понравилось, извини, но мне пора. Он подбросит тебя до Кузи Гауни, да? Бла-бла-бла. Что это зацепка, ты их найдешь. Молодец. Давайте дружить в одно место. Хотя не факт. Ил? А у него нет брата Курил? А, слышал, ты отправляешься на поиски Мальва. Они, конечно, не робкого десятка, но прошло столько времени. Ну, в общем, пока. Пора валить мои таверны. Бла-бла-бла. Ревуар, наркоманы. А, весь мой инвентарь при мне. Хорошо. Я бы даже сказал. Замечательно, домик снесли. Какая досада. Зато можно взять редкую, призрачную орхидею. Где вы еще найдете редкую, призрачную орхидею? Конечно же, нигде. Зато здесь можно... фармить корни лопуха. Зачем, не спрашивайте, просто можно. Ну, тут ничего нет. Здесь, очевидно, тоже. Камни она не может поднять, зато теперь открылся вход аж сюда. А я и забыл, насколько пираты разрушили святилище. На земле повсюду валяется взрывчатка, но и мерзавцы. Что за бомбермен? Реально бомбермен какой-то. Ну да ладно, в принципе, не так и страшно. Открывай сундук! Ё-моё. 10 крон, невероятно. А может быть взять с собой? Не, ну мало ли. Бомбермен же. По-моему, там что-то взорвалось. Оно плюется! Кошмар. Зачем пиратам приходить и оставлять взрывчатку? Ты находишь же воду. Она гораздо тяжелее, чем кажется. Еще она очень холодная. Какой-то волнует вообще, а? Что это было только что? Ладно, не важно. Надо немножко ХБ восстановить. Чего это было? Как будто ее обожгло. Ну ладно. О! Здоровье увеличено на единичку. Невероятно. Стоило того. Определенно стоило того. Может быть, сходить в ту пещеру, где лежал Искарь?
А почему бы нет? Кажется, она была где-то здесь. А, понятно. Ну-ка, давайте проверим игру на классические ошибки разработчиков. Надо же. Похоже, они эту ошибочку-то все-таки попытались исправить. Она бегает почти с одинаковой скоростью по диагонали. Не дают рыбу потрогать. Опаньки. На столе лежит большущая рыба. Кажется, Гекори планирует съесть ее целиком на ужин. В нее? В него. Опа. Еще и крафт есть. Надо же, как интересно. Еще и крафт есть. Видите? Зелье скорохода. Мирные бомбы, свечи. Схитите. Значит, мы сюда еще возвращаться будем. Значит, это какой-то псевдо-хаб. Хотя и не факт. Бутылка неплохого вина. Заказывать в таверне только его. Классика. Алкаш, алхимик. По совместительству. Для чего еще становятся алхимиками? Вот вы считаете, что когда-то существовал такой, да, вот человек, его называли алхимиком, и он прям такой ходил весь из себя важный, варил зелье? Да нет, на самом деле он просто варил себе спиртягу и другим продавал, и его называли алхимиком, наверное. Собираешься на поиски старика, он, наверное, невредим и не возвращается по веской причине. Сто пудов. Пойду-ка я тебя ограблю лучше. Что это? Культура в форме оленя или кролика. А, ясно. Крафт есть? Можно что-нибудь потрогать, стырить? Нет? Чего? Эх, ладно. Погнали дальше. Ха! Скажешь что-нибудь? Когда отправляться в путь, не забыла меч. Поднять паруса, мне нужно время для подготовки. Поехали. Да-да, очень интересно. Вот и Кузи Гавань. Здесь не водятся бандиты, но, возможно, посетители хмельного баклана видели пиратов. Находится на северо-западе от города. Вот тебе морская карта. Бла-бла-бла. Так, карта. Ага. Замечательно. Восхитительно и прекрасно, наверное. Я поднял ящик и забыл, куда с ним иду. Такие дела. Странные здесь люди, конечно, которые еще ходят сквозь тебя. Кошмар. Ты кто? Что ты делаешь на пирсе? Тут даже не работаешь. Ты хоть можешь ящики-то поднимать? Давай. Призрачный работник, который ходит сквозь людей. Многие моряки, работающие в доках, выпивают в хмельном баклане. Кто бы сомневался. Бартоломью будем называть его, наверное. Бражник сам варит барагу. Я слышал, владелец таверны его ищет. Что-то по поводу денег. Зачем ты рассказываешь это каким-то левым людям, которые по пирсу слоняются? Как-то странно. Нужны крабы. С ними все в порядке. Продаю их. Потому что ты не заполнил бумаги для гильдии торговцев. Не обложили непомерными налогами почти все товары из крабового крюка. Какие гады. Мерзкие бродяги из крабового крюка сбивают мне цены. Бла-бла-бла. Ну то есть, если ты гильдия, то ты как бы развиваешь город, а не накладываешь налоги, которые этот город впоследствии превратят в говно, и ты не сможешь получать больше оттуда доход. Это просто иррационально, грубо говоря. Привет, мужики. А, это дети. А мы с друзьями гуляли и вовсе не хотели разрисовывать огромную статую граффити. А вы что, можете... В вашем мире средневековье знакомо такое... Вернее, существует такое понятие, как граффити? Удивительно. Она разозлилась и съела нашего друга. Карабкался по ее коленке, когда это случилось. Кажется, статуя боится щекотки. Ха. Сомневаюсь, что это правда. Опять охранник. Фу. Лавка доспехов, железное дерево. О, это же то, что нужно. У меня есть 50 монет. Что вы продаете за 50 монет? Хочешь меч? Лук.
Если есть 50 монет и коралловая руда, я улучшу твое снаряжение. Ничего. У меня нет коралловой руды. Ты что продаешь? Вечные заказы для шлемов и щитов, бла-бла-бла. Ага. Мне не нужна броня морских охотников. Она великовата, но не помешает улучшить. Усовершенствую твою броню за 50 монет. Отличный план! Ставим пластину. На единичку. Оно того не стоило, честно говоря. Деньги добываются слишком проблематично для того, чтобы апгрейдить на единичку броню себе. Не в моих интересах раскрывать тайны, но исследуя мир наверняка натыкалась на ягоды или яблоки. Собирай их и жри. Спасибо за совет. Что же делать с яблоками? Наверное, надо их пинать. Ты кто? Говец, привет. Хочешь продать накопленное невероятное богатство? Нет. Хочешь что-то купить? Нет. У меня денег нет. Так что в другой раз, наверное. Мне сказали, что... Кресто, это верно, где-то на северо-западе, но мы пойдем на восток. Потому что я могу. А может быть и не пойдем на восток, посмотрим. Здрасте. Таблица с цифрами, именами, бла-бла-бла. Ты кто? Оказалось, Эймон подкрался сзади, он вечно ходит зигзагом. Наверное, нервная привычка. Он начинает с северного угла комнаты, перемещается зигзагом в другой угол, потом возвращается в северную часть. Зачем? Это квест, это загадка. Сто пудов. Ну-ка еще разок. Да-да-да. Он начинает с северного угла комнаты, но север — это не угол. Ладно. Перемещается зигзагом в другой угол, потом возвращается в северную часть. Зигзагом. То есть... Вот так. Северный угол перемещается зигзагом. Вращается в северную... Что? Вижу здесь несколько книг. Видимо, нужен какой-то определенный порядок. Книга со списком цветов. Автор пытается описать их словами. Стоит отметить, задача забавная. В цветах есть некая закономерность. Они перечислены в следующем порядке. А, ну вот ответ, наверное. Красный, зеленый, желтый, желтый, красный. Надо бы записать. Красный. Красный. Зеленый. Желтый. А тут два желтых. Желтый. Красный. Хе! Банально. Привет. Ты кто? Высокомерный мужик. Так, на нас держится порядок по зимострове, потому что в наших руках сила экономики. Вероятно. Кого это вообще волнует? Кажется, мы богаты. Финансовые записи. В них перечислены налоги для торговцев с крабового крюка, но цифры не сходятся, чего-то не хватает. Отвезу домой. Сеструха там, наверное, вскроет эти записи. На раз-два. Хотя и не факт. Зелье восстановления магии. Выпей его, чтобы мгновенно восстановить магию. Еще и магия есть, удивительно. Черновики торговых соглашений. Ага. А почаще... Ругать помощника, он становится все более дерзким. Может, из-за того, что ты его ругаешь постоянно? Утром по субботам он заставляет готовить ему вафли. Ну и что? Нравится человеку вафли. Сам он их себе приготовить не может. Вот и просил стражу. Наверное. Вафли, вафли. Я бы предпочел, наверное, все-таки блины. Или оладьи. Особенно с кефиром. Особенно соленые, вообще офигенная вещь. Ты кто? Из морских охотников? Да, увидела мою записку в таверне, а неважно, ты явно пришла, чтобы разобраться с призрачным кальмаром. Слышала, что творит этот мерзавец? По ночам врывается к торговцам и заваливает. Вернее, заливает записи о долгах и доходах чернилами.
Этот засранец повергает город финансовый хаос. В общем, предлагаю 70 монет за работу. Я принял тут отличный план, поможешь разделаться с призрачным кальмаром. Да. Ладно. Почти все торговцы гильдии пострадали от нападений. Вернее, из-за нападений. Отправляйся к Райлсдорфу. У него лавка возле рынка, напротив утеса. Ок. Только это произойдет, хватаю. Ладно. Отстань. В концах Северного моря цены для зелий, ягод и подобных предметов одинаковые. Потому что мы непрестанно трудимся. Благодаря нам, искатели приключений... вернее, искателям приключений не нужно выискивать лучшие цены. Чушь. Просто разработчикам было лень делать экономику. Длинный список должников гильдии торговцев. Им уже много лет, однако нет книг с долгами самой гильдии. Кто бы сомневался. Пойду схожу наверх, ты же меня пропустишь, правда? А, тут всего лишь картина. Ну и ладно. Мне приказали никого не пропускать. Куда не пропускать? Тут как бы нет ничего. Ладно, неважно. Какой-то странный стражник. Какие-то странные люди, ты кто? Пираты собираются в банды. Это еще куда ни шло, но теперь у нас растет нитродендрон. Ужас. Растение с шипами. Но проблема в цветах. Они взрываются и тут же вырастают вновь. Как же его вывести? Очевидно, надо кидать в него камни. Вот и вся проблема. Ну, взорвется цветок, подумаешь. Чего ж страшного не произошло? Всего лишь какой-то жалкий взорванный цветок, который к тому же еще и заново вырастет. Их вообще можно собирать и использовать как гранаты. Но это жалкие человечки, чего они могут, да правда? Нехорошо вышло. Можно и... Нет. Черт. Как же мне... Понятно. Стоило попробовать. Нет, дерево восстановления магии мне не нужно. Почему ты не можешь встать на гребаную кнопку? Алло. Что за... А. Ладно, попозже сюда придем. Бесконечный фарм. Круто. О, ягоды. Она еще ягоды, кстати, сама подбирает. Вообще замечательно. Не приходится каждый раз кнопку нажимать. Что это были за кроты? Странно. Ромашка. Годится. Пошел вон. Пошел вон, говорю. Какой-то колодец. Улетите сюда, скоты. Ну. Так, второй. Молодец. Да чтоб тебя кошки драли. 20 монет не стоило того. Она, кстати, по-моему, вообще ничего не получает за убийство монстров. Ну, так что смысла, наверное, их убивать нет. Из них, конечно, падает всякое. Не особо нужное. Но все-таки. Среди деревьев стоит старинный колодец. А вернее, стоит старинный колодец, наполненный чистой и прохладной водой. Что будешь делать? Бросить монетку и попить. Опа, призрак. То выплет из моего колодца, чтобы доказать доблесть. Дождь его наполняющий, это слезы забытого нем. Замечательно. Чего надо сделать? Призрачные силы говорят мне, что ты благородный человек, ты достойна стать моим чемпионом. Чего? Какие еще призрачные силы? Слушай, круто, конечно, но у меня нет настроения становиться чем-то чемпионом. Я древний герой, меня зовут Герон. Чемпион, развей мои печали, я пал в битве против морского короля. Мой народ и близкие заплатили жизнью за эту... попытку. Теперь мою гробницу заполнили монстры, призванные морским королем из пучины и так далее. В общем, возьми этот ключ, очисти, вернее, очисти мои гробни... Что ж такое? Вернее, очисти мою гробницу на западе Козьего острова. А если я не буду этого делать, ты
получаешь старинный каменный ключ. Призрак говорит, что он от форта. Замечательно. Попил водички. Я-то надеялся, что дадут здоровье установить. Ну да ладно. Давайте постараемся не сдохнуть. Автосейвов-то нет, поэтому будем автосейвиться руками, видимо. Крабик. Ну ладно, раз уж бить начал, надо добить, наверное. И, судя по всему, здесь еще и рейты дропы есть. Что не очень круто. Мне куда-то на запад надо. Кстати, где тут этот... Да уйди ты с моей... Что ты будешь делать? Это вот как по дороге идешь, по узкой такой тропинке, которую никто никогда не чистил. И она настолько узкая, что ты не можешь просто разминуться с человеком, который идет либо перед тобой, либо наоборот к тебе. И либо ты шагаешь смело и дружно в сугроб, загребая сапогом снежок к себе в носок. Либо он. Не круто. Сотку! Нихера себе у вас цены! А чего подешевле-то нет? Я постараюсь 5 хлеб. Нихера себе хлебушек! А за пятерку, да? За двенашку. Давай мне лучше яблоко. Оно как раз 2 хп восстанавливает. Давай. Круто. 3 яблочка. Неплохо, неплохо. А можно мне вот это вот, да? Полечимся пока ягодами. Чего яблоки транжирить? А где тут запад? Это там, наверное. А из этого фонтана нельзя попить. О. Видел руины на западе города у переправы. Это это древняя гробница. Неплохое туристическое место. Разве что мрачноватое. Чего написано? АОБ? АОК? АОК? Хмельной бокал. Ага, понятно. Как интересно. Здрасте. Что это за место и почему здесь закрыто? Может, можно вынести? Нельзя. Ладно. Хрен с ним. Пойду куда-нибудь тогда гулять. А здесь что? Постоялый двор Ушмула? Ушмула? В общем, не особо важно, наверное. Хотя не факт. Дверь заперта. А, ладно, а как мне пройти на запад? Ну, пойдемте в бар зайдем. Напомните, кто просил там какую-то помощь или чего там кто-то хотел? Так, побочки. Охота на кальмара. Устроить засаду в лавке Ройлсдорфа. Ладно. Колодец. До запада надо еще дойти. Виски есть? А почему он не исчез? Так, смотреть таверню, найти Кори. А дальше? Ну ладно. А? Ага. Странные люди здесь живут. Кажется, ты пришла сюда не просто так. Чего тебе надо? Я услеживаю пиратов, которые напали на мой родной город. Слышала тут что-то. О нем слышали на их флаге белые песочные часы. Я слышал о банде белых песочных часов. Они любители повзрывать. Кто из вас пропоец в курсе о банде песочных часов? Ну, я так и знал, что это был он. Это не факт. Песочные часы вроде двух смещенных треугольников. Проплывал я как-то мимо еловой верхушки и увидел дым. Давненько это было, а неподалеку виднелось судно с треугольником на парусах. Наверное, они разграбили святилище. По щитам. На юго-западе. Первый из морских охотников, бла-бла-бла, карты, у тебя есть след и так далее. Какой-то лысый мужик, с которым я не хочу разговаривать. Мое рыбное место и морковь, что я там оставил, захватили монстры, нужна помощь. Гильдия торговцев ищет искателя приключений, чтобы устранить угрозу. По кличке Призрачный Кальмар. Подробности у Эймона в здании. Ладно, этот квест я уже взял. С вами у меня нет настроения разговаривать, а я пойду гулять дальше. Мне надо найти путь на запад. Может быть, здесь есть дорога на запад. Здрасте. Это гостиница. Привет, посетитель, как здорово.
ты стояла в дворе замечательном, наверное, хотя и не факт. Есть свободная комната в конце коридора, другую занять не получится, она заперта, предыдущий постоялец забрал ключ с собой. Останешься 36. Сунь себе этот ключ и свою комнату куда-нибудь в одно место. Приколист. 30 монет! Да я лучше зелье куплю. Хотя оно стоит сотку. Не, я лучше яблок тогда куплю. Яблоки, по-моему, даже выгоднее, наверное, будет покупать, чем зелье. За сотку. Ну, то есть... Зелье восстанавливает 5 хп. Насколько я помню. Вроде бы. Яблоко восстанавливает 2 хп. То есть, условно, мы покупаем... 2 хп за 30-ку и 5 хп за сотку. Угу. Ну, нам куда-то на... Запад, север, куда-то туда, в общем. А! Иди нахрен. Они ничего не дропают. Так неинтересно. А еще я могу просто заспамить их нафиг. Ну-ка, подождите-ка. Забавно, забавно. Так, здесь 100 пудов должен быть вход. Хотя и не факт. Травушка-муравушка. Конечно же, пустая. Ага, похоже, нам сюда. Да. Здрасте. Что ты такое? Ладно, видимо, пока не важно. Можно мне вот так вот? Не дают пройти. Ладно. Ауч. Продолжить без сохранения. Сохранить и продолжить. Чего? Продолжить без сохранения. Ладно, не важно, наверное. Попытаюсь убить эту скотину. Воу. Так, ладно, играем в Вейда, да? Хочется... Скотина. А! Так, подожди. Мне тут надо срочно пожрать. Неуязвимости в перекатах нет. Ладно. Допустим. Ну, в принципе, его довольно реально и просто убить. И, по-моему, даже... Ауч. Это самое. Вот эти его шарики можно мечом отбрасывать. Давай, иди сюда. Не, ну, это не смешно. Фига. А он не может. Он не может. Он реально не может. Эту хрень реально можно сбивать, походу. Просто. Так. Слеза морской птицы. Заклинание призывает молнию с небес, которая бьет в одного ближайшего врага. Потребуется немного магии. Включать. На камне едва различимый контур, кто-то вырезал здесь молнию. Охренеть. Вот это да. А как мне его эквипнуть? Ага. А это, видимо... Быстрые слоты, да? Или что-то вроде того. ФГ? А, можно и так было перемещаться. Ну ладно. Ага, XV. Окей, быстрый доступ. F2, F5? Да вы шутите, что ли? Приколисты, гребаные. XV.
Охренеть. Ну ладно. Это очень неудобно. Просто нереально неудобно. Раз им так нравится. Странные извращенцы. Наверное, надо показать силу. Да. Прикольно. Магию, конечно, жрет ого-го, но магия регенится, так что, наверное, ок. А это... Подождите. Это разве не тот квест был? Видимо, нет. Подожди-ка. Открой форт. Я его открыл. Рази монстров, исследуй гробницу. То есть мне просто надо прийти и рассказать ему о том, что я сделал, или все, квест выполнен. Монета, улучшение слезы морской птицы. Бла-бла-бла. Вероятно. Не, ну это пипец как неудобно. Очень, очень неудобно. По крайней мере, к этому надо привыкать еще. Магия прикольная. По крайней мере, урон наносит. Это уже хорошо. Пойду еще погуляю. Да лети ты нахрен. А, пенек. Так-так. Здрасте. Думаю, самое время сделать вот так. Пил. Нет. Какой-то палец. Ладно, видимо, пенек пока закрыт. Наверное, жаль. Хотя и не факт. Пойду-ка я куда-нибудь на запад. Мне бы какой-нибудь спелл, который позволял бы лечиться. Вот было бы здорово. Наверное. Здрасте, ты кто? Древенская травница, не стесняйся, пользуйся столом, чтобы приготовить зелье. А! Понятно. Ну, у меня нет того, из чего можно приготовить зелье. Так что как-нибудь потом. Ты кто? Не поверишь, какой огромный монстр на меня напал. Мне рассказали, что в южной части деревни на Отмере стало небезопасно. Бла-бла-бла. Как поймать рыбу? То он первый. Охренеть. Рыбы — это морские звери. Невероятно. Ауч. Пофиг, наверное. Да и не факт. Надеюсь, это торговцы. У меня куча хорошей рыбы для продажи, и цена не кусается. Ага. Зачем мне твоя рыба? Я не ем. А есть припасы, взгляни на мой товар. Вот это уже поинтереснее. 5 крон. Она перепры... А, хотя зачем там? Почти ничего нет. Нет, ну я так не играю. Что за пустая деревня? Которой ни черта нет. Здрасте. А, ты, значит, из морских охотников. Видишь на стене объявление с просьбой о помощи как раз по твоей части. Чего там у вас? Я нашел настоящую карту сокровищ. Мне нужен помощник, чтобы отыскать клад. Какой наркоман будет искать помощника, чтобы отыскать клад и потом еще с ним делиться? Рыбаки сообщают, что морское чудище напало на них, когда они занимались промыслом на юге. Еще кальмаров искать. Здесь кто живет? Ты кто? О, карта сокровищ. Видела мою записку в таверне. На прошлой неделе пираты продали мне карту сокровищ. На острове закрыто, вернее, зарыто сокровище. Мне нужен тот, кто заберет драгоценности за меня. А что с островом? Пару лет назад деревья на острове засохли за какой-то скверны. Я тебе заплачу. Помочь, конечно.
Отправляйся на пристань и возьми мою лодку от карты. В карте указано, что сокровище спрятано в храме на острове, отащи кучу сапфиров. Ну и принеси мне, а потом разделим добычу. Интересно, как пираты убедили тебя, что это настоящая карта сокровищ? Ну да пофиг, наверное. Хотя и не факт. Зачем пиратам меня обманывать? Действительно. Моя лодка привязана неподалеку. Спустись с нее по лестнице и плыви. 100 пудов засады. Но, с другой стороны, почему бы не порезать пиратов? Отправиться, конечно. Здрасте. Улитка. Нихера себе улитка. Опасная улитка, слушай. Иди сюда, ты говно. Вот тебе. Не в того врага. Нет. Нет. Да я пытался убить эту скотину. Понятно. Ясно? Понятно. Да пошла ты нахрен! Тварь! Ползучая. Я не даю инвентарь открыть. А, нет, дарю. Ну, все равно там почти ничего не было. Да елки-палки, гребаные улитки. Чего вы мне сделаете? Я за камнем могу бить сквозь него, а вы нет. Ну. Да и вряд ли они ко мне когда-либо подойдут вообще. Ну, если постоянно мечом размахивать. Топочка. На ней, наверное, надо стоять. Значит, сюда надо принести какой-то камень или заклинание, или что-то такое. Понятненько. Может быть, улитку туда загнать? Не просто ж так они в меня дышатся, правда? Опа, нет, это очередность. Давай. Ауч. Ну, важно не прекращать попытки. Неправильная очередность. Значит, это. И где-то четвертая кнопка. Одна нажалась. Две другие не нажимаются. Что за фигня? Опа. Нажалась. Странно. Очень странно. Ого. Так, ушел вон. Что ты мне сделаешь, шутник? Давай, подходи. Давай, давай. Что, мне бегать за тобой, что ли? Давай, подходи сам. Ау. 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 Это нечестно. Ой. Вот это хорошо. Его это... Его сносит. Куда-то в сторону. Надо его зажать. Так. Гребаная игра. Все. Просто столочишь скотину и все. Оу. Ну ладно. Видимо, какая-то опасная хрень. Можно мне вот это вот? И вот это вот. Опаньки. КП увеличили. Ну, неплохо. Наверное, а как мне выжить? Вернее, выжечь. Вот это. Видимо, никак. Ладно. Вон. Он сказал искать кучу рубинов, но там ни черта не было. Была какая-то скотина всего лишь. Приветик. О, ты жива, удалось найти гору рубинов, золота и всякого такого. По-моему, тебя обманули на острове, не было никакого золота или других сокровищ.
Чайза зря обменивал карту на трех кальмару. С чего ты вообще взял, что пираты продают тебе настоящую карту сокровищ за три кальмара? Верно. Ладно, спасибо за помощь. Благодарность, можешь плавать на моей лодке, когда захочешь. Да кому нужна твоя лодка? А. Пошла вон. Подружку забери. Что ж, какие упертые. Не, ненасытные. Урона маловато. Надо меч прокачать. Зря я броню прокачал, надо было меч качать, а, вернее качать. Хочешь сесть на паром Сикамора? Сикамор в Дубровой гавани или Тысячеустья? Он общественный, поэтому бесплатный. Поехали. Запрыгивай, бла-бла-бла, когда будешь спускаться и так далее. Отстань ты от меня! Чайки! Сработало. Жаль. Кто? Ты хочешь воспользоваться паромом, забирайся, бла-бла-бла. Здрасте. Маны маловато. Куда-то спрятался скотина. А, нет смысла их убивать. Как бы серьезно. Зачем? Можно мне вот это? Так, это предметы для крафта. Хреново. Хреново, но не страшно. Не в того врага, и они тоже могут бить сквозь стены, ну ладно. Не так уж это и страшно. Ну, в принципе, ладно, игру я вам показал. Вроде забавная. Вроде. Хотя не факт. В общем... Наверное, продолжим в следующий раз, но пока что такие дела.